Якуди зі свистка, знаєте? Пока! Бар забираємо на всякий случай. Так, мы подъезжаем к лодке. Вот одна лодочка наша и вот вторая лодка наша. Тусим на яхте. Орём там. Yeah. Снимем видос клёвый. Она уже такая поломанная, не надо, мне кажется. Что это? Да, как вариант. Мало ли, интересно, просто если была опасно, то по-любому надо бы застёгивать вот так, да? Ну, я смотрю, что с вами боишься. Напрягаю я атмосферу. Ты меня пугаешь, успокойся. Эмоциональное состояние. Эффект. Что, мы говорим по-русски? Да. По-русски. По-русски. Вот, Николай, смотри, Гюмёк, я не говорила эту экскурсию по-русски, поэтому извиняйте, окей, если что. В общем, все окей. Это когда я буду делать вот так, это значит, что наш капитан вообще сейчас crazy. 360 делать, окей? О, no. Это fun, alright? Сейчас я день там наберу. We'll be right back.
что ты скажешь? Класс, 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 класс! Young Business Club – это клуб единомышленников, который создает пульс деловой активности, который неизменно и неустанно движется вперед. И Young Business Club растет и движется вперед вместе с вами. Здесь присутствуют предприниматели не только из Майами, но и Нью-Йорка, Лондона, Киева, Дубая. Поэтому в ближайшие 40 минут сразу мы начнем со знакомства. Знакомство будет проходить в формате круглых столов. Это не традиционный подход к проведению бизнес-встреч. Это не история успеха. Это будут истории факапов, на которых люди учатся и благодаря которым становятся сильнее. Возможно, вам тоже будет что добавить. И после этого у вас будет время, чтобы продолжить эти истории. Обмен опытом, обмен информацией, обмен контактами. Так что, друзья, приветствую вас и давайте начинать. Всем добрый вечер. Всех рад видеть на открытии Майами. На самом деле, мы не планировали открывать Майами. Когда мы написали пост о том, что Young Business Club большая встреча в Майами, он настолько большую волну внимания собрал, что мы собрались с акционерами и подумали, почему бы нет. И исходя из того, сколько людей переехало жить в Майами. Кстати, друзья, кто с Нью-Йорка переехал жить в Майами? Можете поднять руку? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Поэтому мы тоже переехали в Майами. Я начну с одной хорошей новости. На самом деле, клуб, есть такое понятие, считается, что состоялся, когда он перевалил через 100 участников. И Богдан сделал то, что на самом деле еще месяц назад было невозможно. У нас было 75 участников. На сегодня у нас 101 человек. Ребята, это, короче, Porsche. Полностью электрический. Да, звук воспроизводит как колонка. А вот погазуй, ну ты... Я не могу газон, я поеду, все электрик. То есть я не могу ничего, это электрическое полностью. Ё-моё!